Доброе утро. Здравствуйте. Как догадались, что это я? А мы смотрим ваши видеообзоры. Понятно. Спасибо вам. Будете героями этого обзора? Давайте. Да. Давайте. Здравствуйте. Передаем привет, мы из Волгограда. Привет. Супругу Евгению, который не смог с нами поехать, к сожалению, работа его не отпустила. Хотим сказать Алексею спасибо за видеообзоры. Да. Всегда наблюдаем, знаем, какая погода здесь. Вот как погода? До моря. Погодка нас подвела в этом году. Вот говорите, как есть, так и говорите. Нет, это я специально, чтобы посмотреть. Погода немножко нас подвела в этом году. Приехали, неделя, видимо, попалась нам неудачно. Говорят, дожди, да, будет снег. Не знаю. Я вот по погоде вообще ничего не говорю, потому что то, что говорят, это... Ну, море очень теплое, несмотря на то, что оно грязное, оно очень теплое. Мы уже с утра купались. А вы давно приехали? Мы сегодня приехали. А, сегодня, тогда... Друзья у нас уже три недели. Тогда вы не видели прозрачного моря, которое было... Мы видели по вашему обзору, и нам друзья снимали, они в третьей неделе. Мы не запланированы. Как народ говорит, не бывает плохой погоды, но в принципе погода нормальная. Загорать хорошо, да, все это сменили. Будем надеяться, что все нормально. Ну, да, я тоже надеюсь. Не факт, что дождь будет. Да. Ну, нас... молодец. Ну, есть такое, есть. Да. Это сколько хлопок? Вчера только с Краснодара поздно приехал, она встала и еще не выспался до конца. Ладно, всего хорошего, хорошего отдыха. Спасибо, до свидания. Привет, Волгограду. Да. А я покажу немножечко пляж. Вот такие вот дела на пляже. Продолжить я, ребят, не знаю. Может, он будет, может быть, его не будет. Тут никто вам ничего не скажет. Кроме Всевышнего. Только он знает о погоде больше, чем мы все вместе делаем. Я, увы, по факту только рассказываю. И показываю. Рассказываю и показываю. Одно радует, что никак. Краснодар 30. Я хочу тапки мочить, но у нас места. Какой-то парень, я его не знаю, не видел. Кукурузы. Но это не Санек. Конечно, хотелось бы, чтобы море было прозрачным и чистым, как мы, когда мы с Владимиром выходили в море на сапах, там была вообще идеальная просто водичка. Но не всегда так бывает, как говорится. Так, тут теперь не пробраться. Тут... Доброе утро. Опа, пробежал. Что-то там. Ну, Владимир уже на боевом посту. Вот такой вот утро лазер с коммуникацией. Крутенько и пойду выкладывать. Дипингисты на месте. Макс еще рано. Володя тоже на месте, он перед девчонками общается, уже не покупатели, поэтому покупать не буду. Всем пока, всем доброго утра.